Динамично развивается не только количественно, но и качественно социальная сфера. Последние два года Тюмень лидирует среди регионов Российской Федерации по одному из важнейших показателей – по объемам ввода жилья в расчете на одного человека. Поставленная президентом России задача к 2020 году строить по одному квадратному метру жилья на человека в год нами была выполнена уже в прошлом году. Насыщается и уплотняется сеть социальных объектов. В среднем за последние 8 лет ежемесячно, передавалось в эксплуатацию новым строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией, установкой модульных конструкций, в образовании 11 объектов, в здравоохранении 8, в спорте 5, в культуре 2. Причем среди этих объектов не только рядовые, но и истинные жемчужины. Медицинский город, Ялуторовский ледовый каток, Увацкий биатлонный комплекс, областная научная библиотека, Тюменский и Тобольский драматические театры.